Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим вот такой нежный чизкейк Сникерс. Измельчаем печенье. Добавляем сливочное масло. И какао. Наша основа готова. Высыпаем форму, формируем дно и бортики. Отправляем в холодильник на полчаса. Готовим начинку. В миску положили сыр маскарпоне и вареную сгущенку. Взбиваем миксером. Добавляем сливки и взбиваем. Наша начинка готова. Достаем основу из холодильника. Выкладываем начинку.
отправляем в холодильник на 2-3 часа. Арахис заливаем карамелью. Как приготовить карамель? Рецепт есть у меня на канале. Ссылка в описании. Перемешиваем. Перемешали. Достаем чизкейк из холодильника. Нашу смесь выкладываем сверху. Отправляем обратно в холодильник еще на 1 час. Наш чизкейк готов. Подаем к столу. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного чаепития!